На что жалуемся, больной? Этой фразой ветеринары встречали своих посетителей. Сегодня в клинике прошла акция «Щедрый вторник». В международной благотворительной кампании челнинские специалисты приняли участие впервые. Съемочная группа программы «Челны-24» узнала, с какими жалобами обращаются четвероногие пациенты. Один из первых пациентов – модный 2-летний Астериас Фэмили Кавальдос. В комбинезоне, шарфике и шапке – так хозяйка Милена Никонова спасает питомца от холода. По ее словам, то интерьер стал членом семьи. Его здоровью уделяется большое внимание. Сегодня у четвероногого очередное обследование. У меня 3 детей, и он у нас 4-й ребенок. Также все покупаем – и одежду, и шапочки, и питание, и укольчики, и все. То же самое, как и малышу маленькому. Большая часть пациентов – кошки и собаки. Жалобы самые разнообразные. Одни пришли удостовериться, что питомец здоров, у вторых – высокая температура, у третьих – проблемы с глазами. Кошечку зовут Соня. Пару месяцев назад мы забрали ее с передержки. Теперь смотрим за ней, ухаживаем за ней. Вот у нее что-то с глазками произошло, краснеет. Лечением занималась, что-то не очень помогает. Вот решила прийти на бесплатную консультацию к врачам. Прививочку нужно сделать или что-то вот со здоровьем вдруг случилось. Всякую мелочь очень сильно любим, безумно любим. Это член нашей семьи, поэтому каждую, там не дай бог что, сразу все, бежим, едем, идем в больницу. Ветеринары провели бесплатный осмотр питомцев, дали рекомендации хозяевам, прописали лекарства. Чаще всего, конечно, приходит, когда самочувствие животного уже плохое. То есть приходится уже принимать оперативные меры реагирования, препараты. Конечно, желательно бы делать профилактический осмотр, просто 1 раз или 2 раза в год приходить со своим животным, чтобы врачи оценили состояние животного. В случае выявления заболевания на ранней стадии вылечить питомца гораздо проще, отмечают специалисты. Сегодня в рамках акции «Щедрый вторник» ветеринары осмотрели более 50 животных. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.